Всем здорово. Сегодня буду разбирать пассата своего. Что-то случилось со шрузом. Еле приехал. Хрустит, трещит, стреляет. Машину кидает. 20 км в час. Ехал 20 км. Думал, не доеду. Но доехал. Будем заниматься. Вот, прикупил я тут железок. Наконечники рулевые. Лак. Тоже разбит, болтаются. Ну и шрузы Мейле. Почему Мейле? Потому что 2700 за штуку. Мне в магазине этот парень, продавец, сказал, есть хорошие по 4200. И есть более-менее живые, китайские, по 2700. Ну, сами понимаете. И так вышло на 8200 все вместе. На 8200. Так, ну что, начнем. Рулевой тут все, смерть просто ему. Надо все это дело отвинтить. Сейчас тормозок и замочу. А точно это колесо. Залил тормозухой резьбы. Потому что не купил ВДХ. Тормозуха тоже вещь для откручивания ржавых гаек. Ну, крутим. Да? 500. Что это? 500 дошло. А, это кинь за забор, гадость какая-то. В чем мне нравится? Вот эти машины немецкие. Сколько бы ты не раскручивал ее, потом все равно все откручивается. Ну, разобралось все довольно легко. Не понимаю пока, визуально не понять. Сейчас буду разбирать. Наконечник просто смерть. Видно, лазил хозяин прошлый. Как бы нормально все. Тут, по-моему, просто ужас. Сейчас буду выбивать, снимать. Ну, что и требовалось доказать. Тут ужас тут, что творится.
Он как-то клинил, я ехал. Такая вибрация. Стук такой, тук-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 тук. Рулевой наконечник разбит еще. И вот он, руль как забьет. В общем, вот такая вот фигня. Вот наконечник я не ожидал. И вот, бляха, тут загнивший он. Не знаю, как я его... Сейчас тормозухой, тряпочкой с тормозухой замотаю, пусть покиснет. Ну, вот так вот замотал. Вот так вот. Чтоб вот кверху маленько был. О, какая кисня. Вот, снял. Вот он у меня скрипел, наверное, этот горбатый рычаг. Заменить пока нечем. Но думал, туда масло налью, а оттуда льется какая-то погонь. Значит, смазывается хоть чем-то. Пока нечем поменять. Буду собирать подвеску помаленьку. У меня уже два вот таких рычага есть больших. Вот мне два вот таких. Уже подогнали новых. Один у меня горбатый есть на ту сторону. В принципе, осталось 4 маленьких купить. Тоже вот одному кирдык. Второй живой. Резинки хорошие, саленблоки. Вот он разбит. Как бы наберу подвеску. В принципе, осталось, не знаю, что с той стороны. Но на эту сторону один такой надо рычаг. Один такой. В общем, один хороший. Вот этот. Вот так. Так, затолкал новый шрус. Сейчас кусачками вот этими затяну. А это киснет. Оборона, наверное, точно провод АБС-ный. Не открутить никаким судьбам. Надо отрезать вот так болгаркой. Приваривать туда гайку. Может, от нагрева хоть маленько отойдет. И крутить головкой. Он, наверное, родной еще. Ну что, буду пилить, варить буду. Других выходов не вижу. Гайку приварю, откручу. Вот, приварил. Сейчас буду пробовать срывать, остынет. Приварил ключ. Ну никак не сорвать. Вот так. Ебать. Думал, быстренько наконечник откручу. Открутил. Теперь ключ отрезать надо еще. Вот что значит. Один хозяин. Я уж думаю, лучше бы было 10 хозяев. Каждый что-нибудь да сделал бы. Один хозяин, говорит.
ходи. Вот такая вот система. Вот так вот, только так, больше никак. Вот вот так надо собирать. Графиточкой помазал. Шрузный. И сейчас вот. Вот так. Почему вот так не скрутить? Вот со смазочкой, ну. Ну, если он не снимался никогда, то понятное дело. Не так все просто, как кажется. Стал закручивать наконечник. Не идет. Резьба ржавая. Хорошо были метчики вот эти вот. Вот колесные болты прогонять. Как раз резьба такая. Так что, если кому на заметку, вот этот метчик подходит как раз прогнать рулевую резьбу. Еле загнал. Второй. Первым-то хорошо. А второй в одном месте где-то встает, видно, подзаржавело. Двум рукам метчик еле вкрутил. Дубль 2. Первый раз. Ни в какую не хотел закручиваться. Ну все, пошел. Ну вот и все, собрал. Вот тебе и быстренько рулевой наконечник поменять. Полдня. Все, колесо ставлю и все. Да еще вторая сторона завтра. Короче, второй день. Вторая сторона. Я так чувствую, с этой стороны будет веселее, чем с той. Верхний болт уже обломался. Этот не выбить, пригнивший насмерть там. Надо было замочить. Тут не знаю, что делать. Этот открутился. Будем ковырять. Короче, не выбить, палец уже пошел он. Сейчас наварю вот сюда вот сварка, прогрею его. Может, отойдет. Ни в какую, бля. Тут, походу, развал как с завода поставлен, но больше и не делали. Наварил такую плюху, залил тормозухой. Не выбить тягу, ну, этот наконечник, болт мешает. Он сейчас постоит, прогреется. Может, отойдет. Все, стронул я его, прокрутил. Два раза сваркой грел, до красна тормозуха лил. Сейчас попробую головку надеть. Его сломать, болт, чтобы, блядь, ну, чтобы не пилить. Не получится, буду пилить. Гайка, походу, ну, открутилась. Там было самый краешек резьбы. Сварка отломалась. О, ну да. Пошел. Вот с наконечником будет песня, наверное, длинная. Ну,
вытяну. Там будет, наверное, весело. Как и на той стороне. В общем, короче, не буду я пока наконечник менять, потому что здесь... О. Вот там разбит. Надо весь хвостовик этот менять. Чего я буду мудохаться его раскручивать? Пусть поездит пока так, без этого болта, бог с ним, он там большой роли не сыграет. Закажу эти два новых. Тогда поменяю целиком его. Буду менять сейчас шрус. Это соберу. Какое-то странное. Куда ни кинь, везде клин. Попробовал шрус болтом выдавить. Ни в какую. Болт там заклинил. Отпилил уже его. Молотком бил, долбил, еле сбил. Какое-то наказание. Ну все, новый поставил. Сейчас соберу. Да и все. Ну и все. Купим хвостовики эти. Поменяю полностью. Ну уже меньше возни, болтик уже выйдет. Помазан, закручен. Все. Шрус стоит. Как бы пока на сегодня хватит. Ну вот, сегодня привезли. На выходных буду ставить. Опять лезть, колеса снимать.